25 троллейбусов из Москвы уже пополнили автопарк МУП управления Рязанского троллейбуса. Они проходят техническое обслуживание. Бригады работают в круглосуточном режиме. Троллейбусы приводят в порядок, чтобы в ближайшее время пустить их на линию. В настоящий момент они проходят техническое обслуживание, косметический ремонт, то есть где-то подкрасить, где-то сиденье заменить. Задержки в их выпуске связаны с тем, что данные марка троллейбуса не эксплуатируются нашим муниципальным предприятием. Соответственно, дозаказываются запасные части, ну и на их доставку требуется определенное время. Из-за этого сейчас и происходит основной их простой. Всего в Рязань поступит 78 троллейбусов. После прохождения технического обслуживания машинам присвоят инвентарные номера и определят на маршруты. С 1 февраля мы планируем поэтапно частями выпускать их на линию. Их на линии можно сейчас уже увидеть, но без пассажиров. Это мы проводим обкатку, смотрим, насколько они будут безопасны в перевозке пассажиров. Троллейбусы переданы в МУП УРТ в рамках договоренности между правительством Москвы и правительством Рязанской области. Они обновят и дополнят автопарк муниципального предприятия. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».